В Центральной детской библиотеке «Бригантина» в этом году впервые организовали летний лагерь дневного пребывания. В течение 3 недель ребята занимаются творчеством, спортом, участвуют в мастер-классах. Один из них провел заслуженный художник России, скульптор Александр Рожников. Так как скульпторов у нас мало, а вы все ребята талантливые, сегодня мы будем делать скульпторов из вас. Предлагаю сегодня слепить люберецкого богатыря. Как это делается, я сейчас покажу. Перед началом несколько советов. Известный скульптор рассказал, какие цвета лучше гармонируют друг с другом, а какие контрастируют, и как быстро и легко размягчить пластилин перед лепкой. В течение получаса дети лепили фигурки люберецкого силача. Каждая минута, каждый час у них занят чем-то творческим. То есть у нас и интерактивные игры, у нас и просмотр мультфильмов. У нас приходят аниматоры, которые с ними занимаются веселыми стартами, спортивными упражнениями. Я пришла, потому что меня заставили родители, но на самом деле, тут был английский и очень хороший вожатый, поэтому я считаю, что я пришла не зря. Мне нравится английский очень сильно, я теперь умею считать на китайском, и у меня появились амбиции, опять же, например, лепить, больше рисовать. Я купила восковые мелки, теперь рисую. Лагерь дневного пребывания при библиотеке «Бригантина» посетили 20 детей. В августе юных люберчан ждет вторая, заключительная смена, которая обещает быть такой же яркой и насыщенной. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.